Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, дружок, это мой канал, дружок, это новенькую серию по игрушке Ассетто Корса. Давненько не было серии, я решил исправить этот момент, и если честно, хотел сначала записать шашки, вот те самые там с Кирюхой, либо же с Артемом, но, зайдя в контент-менеджер, это такая специальная херня для Ассетто Корса, в которой можно там удобно моды ставить, там в онлайн, серваки выбирать и так далее, я нашел вкладку испытания. И для меня, если честно, это было открытие, потому что я, честно, не задрот в Ассетто Корса и мало, наверное, даже чего знаю про эту игру. Просто как бы знаю, что хорошая реалистичная физика, в принципе, годный автосимулятор даже на сегодняшний день, но всякие приколюшки я не знал. И оказывается, здесь есть испытание. И как бы испытание в Гран-Туризмо 7, это, конечно, хорошо, но почему бы не попробовать испытание в Ассетто Корса, хотя бы понять, что тут к чему, как это работает. В общем, их аж 203 штуки. Есть как бы драк, есть дрифт, есть гонки, и я решил как бы попробовать начать с дрифта. Мне просто интересно, как это все устроено, и поэтому сегодня предлагаю немножечко покататься и подрифтить. Друзья, всем приятного аппетита, кушать, всем приятного просмотра. Я не BMW дрочер, но первое испытание по дрифту именно на BMW M3E92. Я как бы здесь совершенно на это никак не повлиял, вот как оно есть, как бы, поэтому я запустил. Собственно говоря, я, если честно, дрифт старт. Если честно, просто не особо даже понимаю свою задачу, как бы, что я должен делать. Просто, типа, дрифтить. Просто в дрифте, типа... Так, стаба отключена же. Должна быть... Я вижу сверху какой-то таймер. ПТ, это, наверное, как бы... Сейчас, подожди. А, во-во-во, подожди, очки пошли, да? Так, подожди, а как я пойму, как бы, насколько... Стой, тихо, я же еще это как бы только начал. Так, надо звук, кстати, прибавить. Одну секунду, тут я забыл, сейчас, секунду. Так, друзья, все, теперь все в порядке со звуком, я чуть его прибавил. Так, значит, еще раз. У нас есть сверху, там еще какое-то время, я так понимаю, да? И оно прибавляется, решил, левел какой-то один. Я сейчас буду первое время, наверное, немножко отвлекаться, смотря вообще, что там происходит сверху, поэтому вряд ли проеду как-нибудь супер красиво. Прям нормально, склоча на второй ставится. Вполне себе хороший угол. Стоковый M3E92. Так, и чё? Подожди, там еще какие-то значки появляются. 907 очков, level up. А, я получаю дополнительное время. Так я так могу бесконечно дрифтить или что? Или нужно какой-то определенный, ну, результат? Я просто реально пока не могу сообразить, как тут все устроено. Но хотя бы есть очки, по ним можно как-то ориентироваться. Кстати, интересно, вот Гран-Туризмо 7, мы дойдем вообще до какого-нибудь дрифта, там будет он или нет? Так, склоча. Попробуем сейчас перекладку сделать. Хорошо. Ну, вполне нормально. Вполне. Так, здесь сейчас попробуем, не выпрямляясь, сюда. Ну, я уже перебарщиваю, да, конечно, на стоковой машине. Сейчас, нормально, в принципе. Полу такой сейф получился. Так, у меня левел 5 какой-то. 1000 очков я набрал. Еще время прибавилось. Я просто не понял. Может быть, там в самом контент-менеджере было написано, сколько мне нужно набрать. Я тут могу так-то и по прямой раздавать из стороны в сторону. Как бы это не проблема на самом деле. Просто... Сейчас попробуем, конечно, по-разному. Давай, так, третий. Ну, на третий вряд ли она поставится. По-сухому. На второй. Можно, конечно, попробовать. Ну, скорее всего, да, такой затяжной она. Ну, контролится, слушай. На третий, если ее агрессивно поставить, то, в принципе, нормально идет. Ну-ка. Но второй ей приятнее, конечно. Второй приятнее, по-сухому, все-таки мощности. Ну да, да, ее выпрямляет уже. Поэтому будем преимущественно на второй. Так, сюда. Перекладка сюда с тормозом. Хорошо. Бля, хорошо контролит. Мне нравится, в принципе, реально физика дрифта в Ассетто Корса, если сравнивать с тем же Гран-Туризмо, в котором там все зависит от тех или иных шин. Так я не понимаю, у меня время добавляется, очки считаются. Мне нужно какой-то определенный результат, что ли, получить или что? Бля, надо было, наверное, изучить сначала это в контент-менеджере. Просто там реально прям можно, ну, выполнять полностью задание. То есть оно в какой-то момент будет засчитано, я так понимаю, может быть, даже делится тоже на золото или не золото. Я могу из стороны в сторону на второй без проблем как бы раздавать, просто да, получим достижение. Нихуя себе, мне тут еще достижение в стиме дали, за что, блядь, за то, что я просто наваливаю боком. Давай попробуем из стороны в сторону, как бы, немножко читерство, конечно. Ну, бля, скучно просто, хочется как-то красиво проходить левел ап опять. Опять достижение, что, блядь? Нормально вообще? Нихуя угол, кстати, слушай, она прям хорошо контролится. Ну-ка, сюда. Сюда. Вообще изи, просто играючи, пацаны. Просто играючи реально прохожу. Жалко, что на третий не вытягивает. Чуть-чуть бы мощности ей вот задрать как-нибудь, но... Что есть, то есть. Реально стоковая машина, 7882 очка. Может быть, действительно, я говорю, я не спорю. Я не изучил до конца, я просто думал, что тут прям какой-то отдельный режим. Не знаю, как это все будет. Ну, хотя бы эта панелька есть сверху, хоть по ней можно ориентироваться. А то... Бля, на третий прям очень сложно ездить. Здесь вот, чтобы полностью пройти, это надо
Надо очень сильно постараться, поэтому давайте будем все-таки на второй пробовать преимущество, потому что ее прям по инерции столько закидываешь, она как бы идет. Все-таки у нас 420 сил, полностью стоковый автомобиль, без каких-либо... Так, ну сюда уже не войду. Понимать бы еще задачу реально, то есть как бы я тревчу, мне это норм. Я тут практикуюсь, перекладочки делаю, это все понятно, а вот что у нас по вообще заданию-то? Какая задача-то? Блять. Ну, я не знаю, я реально могу. Я могу хоть на бернауте здесь ехать по прямой. Ну, давай попробуем сейчас, я не знаю, пофармить чуть-чуть очков. Просто overheating hard silver. Блять, какие-то реально получают ачивки. Прям, мне даже не жалеют, их раздают практически каждую минуту. Может быть, Assetto Corsa только сейчас как бы увидела по факту мой дрифт, потому что я до этого же либо... Доигрался, пацаны. Так, подожди, у меня сейчас сбросились очки или засчитались? Я вот этот момент про это самое, профукал. Комбо X2, что, блядь? За что мне такие? За что мне такое? Подожди, а за что комбо X2? Не, я, конечно, не против. Бля, как оно, сука, работает, а? Понимать бы еще, как оно... Как оно, блядь, работает, а? Комбо X2 пошел. Можно вообще не выпрямляясь в эту трассу ехать. Я говорю, просто это будет медленно, и я не скажу, что прям супер красиво. Просто тормоз немножечко поддаешь, смотри, опять какую-то ачивку дали, я просто вижу краем глаза. Блять, что происходит, я не понимаю. Я могу реально так вот ехать, как бы, мне не сложно, но это, блядь, скучно. 4000 очков, комбо X13, 15000 очков, левел ап. Что за левел ап, что происходит, почему время дают дополнительно? Может, есть какой-то предел все-таки, может, есть какое-то количество очков, которое нужно набрать? И как бы, чем быстрее ты наберешь, тем... Это самое, я просто не знаю реально. Ну вот на третьей вот так, в принципе. Вторая. Бля, ну выпрямляет. Мощности... Только по инерции, ну это хуйня. Не буду я больше. Я еще, блядь, засейвил относительно. В поворот зашел. В бэкварде, блядь. Ну то есть, видишь, вот как бы вообще на ходах, как бы ее можно пускать на третьей. Да, очки, по-моему, срываются. То есть он, в принципе, какие-то моменты контролирует. Это круто. Не знаю, что за комбо, за счет чего оно появляется, как бы, но... Как говорится, очень интересно, но до конца ничего не понятно. Бля, я вообще был удивлен реально, что тут есть. Да, блядь, от резины уже бы ничего не осталось, если честно. Ну, пока фармится, как говорится, будем фармить. Просто какой-то неадекват, блядь, на М3Е92 выехал, блядь. Непонятно, что тут ебать под максимальным углом. Нормально сейчас, кстати, красиво было. 5000 очков. Может, я не знаю, может, надо за один дрифт какое-то количество очков набрать. Бля, только я мог, знаете, начать испытание не по... Это самое, не посмотрев вообще. Мне сейчас сбросили, да, очки, я так понимаю, за... Или, блядь, я опять не успел посмотреть. Только я мог начать реально задание, не... Вообще, увидев задачу... поставленную. То есть, ну, как бы, дрифт-испытание, казалось бы, да, делов тут, как бы, чё. Тут все легко. Короче, походу, я сбил сейчас это самое, да? Можно вот так вот, контролируя газом, в принципе, тоже не проблема. Вытягиваем сюда, делаем красивую перекладку. Ну, не, контролится она прям, ну, очень предсказуемо. Без каких-либо проблем, не выпендривается, едет хорошо машина. V8, Atma. Справляется со своей задачей, так сказать. Ну давайте, ладно, допустим, пусть он засчитает. И комбо X10, то есть, опять же, может, это количество перекладок там или еще что-то. Что конкретно? 19 уровень. Как мне его нужно воспринимать? Это хорошо или плохо? Или что от меня требуется? Кстати, время, по-моему, перестало добавляться. Или мне кажется. 20000 очков у меня. И 20 секунд при этом. Понимать бы, что они... Ну ладно. Так, сейчас комбо уже не идет, да, я так понимаю, или что? Давай попробуем надрифтить от души напоследок. X3 там что-то пошло. Ну, как говорится, чем могу быть полезен, то и делаю. 2 секунды осталось. Что-то время какое-то еще, знаете ли, исчезает. Все? Или мне... А, типа, подожди, у меня есть возможность додрифтить это все, или что? Типа, до того момента, как я сейчас это самое выпрямлюсь, я должен фармить очки, или что? Блядь, вообще, очень много вопросов. Нихуяшеньки, непонятно, но ладно. Так... Ну, просто еду уже, как бы. Ну, давай выпрямлюсь, хорошо. Типа, сколько у меня там в сумме? Overheating gold. Подожди, при этом время еще дали. То есть, уже какое-то золото я получил, судя по всему. Не знаю, конкретно за это испытание или что? Что дальше-то?
Время, оно так и будет прибавляться. Оно закончилось, но при этом за счет того, что я закончил свой дрифт, оно прибавилось. То есть пока оно совсем окончательно не закончится, я так и буду, что ли, ездить или что? Я просто реально не могу понять. Золото получено, не знаю, если там супер какая-нибудь еще награда, 4 секунды у меня остается. Сейчас я, конечно, если закончу свой дрифт, то у меня добавлено будет время. Я могу, в принципе, так дрифтить практически бесконечно, если я все правильно, опять же, понимаю. Какое-то искажение в боковое зеркало, кстати. Ой, боковое стекло, когда смотрю. Да, ну красиво, красиво. Не, мне прям нравится, знаете. Это все равно практика, это все равно лишний раз ты как бы выехал подрифтить, пораздавать угла, почувствовать тачку. Бля, 6 тысяч очков, нормально. Может, тут какое-то можно ебейшее комбо собрать, я не знаю. Всю трассу пройти боком, там дополнительная ачивка будет. Может, это, вообще от меня, может, это требуется, типа, не выпрямляясь, кстати, проехать. Я просто хз, реально. Это как бы уже сложнее, это уже такое испытание-испытание прям было бы. Потому что, типа, нужно... Бля, хорошо. Давай попробуем. В принципе, если я сейчас эту прямую закончу, безошибочно, то комбо-драйвер. Опять же, достижение, значит, я еще не все ачивки вытянул из этой игры. Или из этого конкретного испытания, уж я не знаю, как тут оно работает. Тут немножко можно было позже сделать перекладку. Ой, скользит как, а? Как скользит, сучка. Бля, я не знаю, я просто еду весь круг как бы боком, не выпрямляясь, делая переклад. Ну, сейчас, конечно, немножко выпрямился. Но в целом, так, у меня, по-моему, руль немножко стал откручиваться. Надо его сейчас подтянуть будет при возможности. Я просто реально не понимаю задачу, сука, что от меня хотят? 36 комбо, 36 перекладок или как комбо считается? За счет... Да, походу, перекладки. Походу, перекладки. Ну вот, я практически ж прошел, да, круг. Я не помню, в каком моменте я там начал херачить безостановочно, но... Плюс-минус, наверное... А, блядь, Санек, как обычно, блядь. Не знает сути, но хуярит, блядь. Ну, нормально, а чё? И так пойдет, как говорится. Время кончилось. Так мне сейчас клин драйв. Ну, блядь, и что? А, пизда. О! А, очки засчитываются, кстати. Подожди, 25 тысяч очков. Это хорошо? Типа, голд, все, я прошел. Короче, да, я вернулся обратно в контент-менеджер, и типа у меня это самое. Ну, прям золото. То есть там 25, по-моему, как раз тысячи надо было, что ли, или что-то. Короче, это очень довольно странно, то есть... Довольно долгие испытания получаются, потому что такие... Я уж взял сейчас специально Супру для разнообразия, потому что там очень много BMW-шных, на самом деле, испытаний, поэтому можно попробовать теперь на Супре. То есть, по сути, я могу как бы начать дрифтить где угодно, как угодно проходить. Кстати, а Супра, интересно, у нас как на третьей? А, понял. Ну, не так, чтобы очень... Не так, чтобы очень дрифтовый трек, но, опять же, задание именно на дрифт и именно по этой трассе. Это одно из там... Так скажем, дальнейших испытаний. Ну-ка, на второй. Подожди, она какая-то... Блин, нет, подожди, стоп, она на третьей должна пойти. Да! В принципе, ну-ка, это уже скоростной такой дрифт пошел. Но опять же, все больше, все равно так же по инерции. Так, подожди, а нахуя нужен таймер, если он, блядь, заканчивается, и я, по сути, могу ехать дальше? Вот в чем вопрос. Ой, опять третья. Ебать, я там мотор взгрел, блядь. Неприятно. Ой, 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 я трассу-то не знаю, блядь. Я трассу-то... Ну такое, на BMW как-то по-родному, пацаны. Ну на третий. Не, можем, конечно, совсем психопат дрифт устроить, но я не уверен, что у меня получится, потому что в реальной жизни я не практиковал никогда дрифт на большой скорости, только так чисто могу представить, как оно должно быть. Но вообще трасса, я не скажу, что прям, знаете... Подожди, а может и можно на дув пить, кстати, на... Подожди, точнее... Или, подожди. А, 100%, а он... Мотору хуёво. Подожди, это я сейчас сотку надул, да? По-моему, лучше поехал, кстати. Подожди, лучше поехал, потому что я надув соточку надул. Она, конечно, прям на верхах едет. Бля, пизда, там мотор можно вскрыть только так. Бля, реально, вот, сука, я не знаю, как это работает. Даже в играх я как-то более по-родному себя чувствую в BMW, блядь. Как-то у меня вообще хуёвенько, да, на Супре получается? Бля, там с мотором какие-то проблемы. Бля, ну трасса очень такая, блядь, я бы еще ее знал. Нихуя, на три, нихуя дымит, блядь, там малышка. Слушай, ну, кстати... Ебать, она что-то, знаете, как будто разозлилась, блядь, машина на меня. Типа, Саня, ты чё нахуй, какая нахуй BMW, блядь, сейчас я тебе покажу, как надо.
Не, ну тоже можно, смотри. А, вот, бронзу я типа получаю. Это, короче, ачивки за каждый этот самый. Я понял. За каждый трек свои ачивки. Вот оно как работает, блядь. Блин, вот здесь можно уже на третий по злому раздавать. Я на дух повысил, как бы. Она прям поехала по-другому. Ну-ка, ну на четвертый, блядь, конечно. Сука, опасная хуйня. Я трассу не знаю, говорю. Если бы я ее знал, я бы, может быть, примерно как-то по инерции бы вруливался. На четвертый. На-на. Оооо! Давай 360 уже. Бля, пизда какая-то. Там мотор мигает, блядь, говорят, что ему хуёво, но мне до пизды, если честно. Я сейчас буду по полной программе эксплуатировать эту малышку. Поздновато, блядь. Поворот странный, сука. Здесь уже не засчитывает? Засчитывает. Бля, ну если к ней придрочиться, ну-ка. На четвертый. Нормально? Пизда, котлетка. Там, по-моему, резко сейчас этот надо будет оттормаживаться. Я пытаюсь промониторить траекторию, я говорю, я ее просто не запомнил. Че там да как? Давай, давай, вытягивай, вытягивай. Слушай, ну хорошо. Надо уже тоже на золото туда пройти. Здесь, конечно, фарм в неком плане происходит легче за счет того, что такие затяжные повороты, и на них как бы на такой большой скорости... Бля, она прям как раздуется, то пизда. А, это резкий поворот, блядь, я реально трассу не могу запомнить, бля, я подумал, она такая идет. Понял. Ну, если была бы, я говорю, известная трасса для меня, я бы думаю, что тут можно было красиво раздать. Можно было бы. Она прям раздувается и пошла, блядь, реально. Нормально, нормально, и так тоже пойдет, и так тоже пойдет. Так, подожди, тут сейчас будет резкая хуйня. Ах, не попал, блядь. Было бы красиво, было бы красиво. Ну давай уже, сдувайся. На третий. Тебе сколько у нее сил? Я даже этот момент не промониторил. Мотор там как бы в осечку ебется, ему заебись. Ну, вот это, кстати, по-моему, красиво было. Я, конечно, ничего не хочу говорить. Это прям такая постановка жопой вперед. Чувак, кстати, гидропалку сегодня не подключал. Блять, дрифт это охуенно, я не знаю. Дрифт это пиздата. Я не знаю, сколько здесь очков надо набрать, но я хуярю. Я хуярю, потому что заебись. Так, подожди. Третий. Блять, поздно. Нормально. Ебать, засейвил, нахуй. Вот это сейчас было жестко. Вот это сейчас откровенно было жестко, пацаны. На четвертый. Охуеть, что она делает. Смотри. К стене подъехал. Ну, может быть, довольно близко, а может быть, конечно, спорно. Вот тут сейчас хорошо было. Ебать, ей просто... А пятая тоже? Похуй совершенно вообще! Это нормально? Ну, типа, я себя траекторию рассчитал, то есть, понимаете, это сейчас законный дрифт на такой скорости, нет? Как вы считаете? Я думаю, что это не очень, да, как-то это самое? Там, типа, ну, наверное, под 200 я шел. Это прям, если притрочиться, если выучить трассу, здесь можно раздавать пиздец как. Она лютая на самом деле. Она просто лютейшая, блядь. Блядь, вообще к ней надо привыкнуть, на самом деле, реально. А, похуй, у меня все равно дрифт считается дальше. Я, типа, так и было бы запланировано. Не, в итоге, кстати, очки не засчитываются, потому что я там сейчас такое нехуёвое комбо сбил. У меня там, по-моему, было 1015 очков. Бля, ну-ка, ну нет, такого лица я не смогу проехать, наверное. Бля, красиво, да? Бля, и угол она такая контролит, в принципе. Просто дымит вообще без перерыва, нормально, да, эй? Она себя ощущает вполне себе, блядь. Просто вполне себе уверенно себя чувствует, блядь. Молоденькая, блядь. Пиздец, ну это реально стрёмно. Не, от первого лица хотя бы более-менее level up. Да у меня там, если бы я не сбил ту хуйню... Без руля, кстати, так-то тоже нормально. Блядь, резина и там пизда уже, что ли, или чё, блядь? А, то есть то, что я здесь дрифчу, похуй. Четвёртое. Бля, мне тот скоростной участок вообще понравился, сука, на таких ходах прошел. Я уже чисто для себя дрифчу, потому что, по сути, я мог те очки засчитать, я думаю, там уже, может быть, золото или не золото, что-нибудь такое бы мне дали, наверное. Бля, охуенно. Если вы прочувствуете, я говорю, можно на ней исполнять прям хорошо. Охуеть. На четвертый просто уже не цепляется нихуя. Резина в труху просто превратилась.
охуенно. Когда вот так вписываешься, прям охуенно. 11 тысяч очков. Сейчас я их прохуярю нахуй. И все, пиздец. Ладно, не буду на четвертый здесь. Не буду уже этот бэкворд исполнять. Не, если чувствовать, прям вообще хорошо. Бля, зацепа ноль. Она просто по инерции скользит уже, ей как бы до пизды. Просто охуенно. Сука. Вообще заебись, а? Бля, я уже набрал почти столько же очков, сколько у меня всего. Я не помню, сколько у меня там было, когда я это самое. Бля, вообще просто скользит, как по маслу, блядь. Что, засчитать, наверное, их лучше? Пусть они засчитаны будут, потому что-то обидно будет. Level up. Все, уже голд, блядь. Уже голд. Бля, ебать, там зацеп отсутствует. А, все, что ли, блядь, пизда? Просто отсутствует зацеп. Бля, дрифт это охуенно все-таки, да? Че, попробуем на ходах? Пока резины нет. Пока она скользит вообще на похуй. Ой, пацаны. Все, я надеюсь, сейчас у тебя что-нибудь получится. На четвертой. Сюда перекладку, и сейчас будем пятую врубать. 220, да? Бля, бутылка упала. Нормально я себя чувствую, да, вообще? Нет, тут вообще не держит, просто держака нет, пацаны. Если вот чуть-чуть бы пораньше это все исполнить, это было бы красиво, бля. Бутылка ёбнулась просто от таких вибраций, перегрузок, блядь, я не знаю, как это назвать. Можно сразу третью врубать, четвертую вообще похуй. Пятую, блядь. Ну, на пятую... Да нет, похуй, в принципе. И как бы сразу там вообще скорость вращения колес. Уничтожитель просто резины. Бля, дичь, да? Вообще дикая дичь. Просто она по инерции. Ты ее пытаешься поймать вообще как-нибудь хотя бы. Так я не понимаю, сколько мне надо набрать? То есть у меня голд уже, типа, должно время сейчас, типа, пройти последнее вот это добавленное или что? Мне похуй. Подожди, а ну-ка на шестой. Понял. Спидометр нормально себя чувствует? Вы видели это? 300 км в час, как бы, на всякий случай просто информирую. Ну, ладно. Не дали мне прям пошалить открыть. Бля, бедная супра просто попала в мои руки. Короче, испытания, в принципе, заключаются дрифтовые в том, чтобы херачить. Ну, не знаю, тут надо очень постараться, мне кажется, чтобы время закончилось прям. То, что, в принципе, тут успеваешь. Бля, вас эти прям пиздато навалили. У тебя прям получил сейчас эмоции. Это прям крутяк. Очень круто. Ну, на этом, друзья, сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.